Греции я услышал одну мелодию, которая меня так потрясла внутри, что я захотел найти слова этой песни, и вот сейчас я вам ее исполню. Композитор Микос Теодоракис, легендарный греческий композитор, который много работал во Франции, в Париже, писал для Эдит Пиаф, и он жив сегодня, ему очень-очень много лет. И вот песня называется «Поезд уходит в 8». Уходит в 8 поезд, и больше этого человека никогда не увидишь. Monachos epis mini
Скопья и ластенка терини, thank you.